9 человек погибли в результате авиаудара армии Израиля в пригороде города Газа. Разрушено здание школы, сообщает Рейтер. На момент атаки в нем находились женщины и дети. По данным медиков, за прошедшие сутки в палестинском анклаве погибли 23 человека. Большинство из них в городе Бейт-Лахия. На севере сектора в армии Израиля заявляют, что все атаки нацелены на членов радикальных группировок и их инфраструктуру.